Привет, друзья! С вами Зверько. Сегодня рассмотрим предмет «Ветер природы». Это третий предмет с активным навыком. За 2060 голды получаем плюс 10 к физической атаке. Почему не просто плюс 1 к физической атаке? 25 скорости атаки и 15 вампиризма. Это уже что-то. Активка. Это как пассивка, но активная. Согласен, банальный каламбур. Покупая предмет, у вас появляется иконка активного навыка. Когда жмем, получаем иммунитет ко всему физическому урону на 2 секунды, если вы стрелок, и на секунду, если вы другой персонаж. В отличие от зимнего жезла, мы можем в эти 2 секунды двигаться и атаковать. Но есть большое но. На нас действует контроль. Оглушение, перемещение, замедление. А чистый магический урон, конечно, получаем. И вот все это имеет КД 80 секунд. Да, в перестрелке один на один может помочь. Но чем выше ранг, тем меньше таких стычек. Честно говоря, мне пока не удалось на практике удачно применить предмет. Возможно, потому, что я защитные предметы для скишей оставляю на потом. На этом все. Делитесь видео, ставьте лапки и всем пока.